Всем привет, дорогие друзья! Вот с вами ваш котяра Сан. И сегодня у нас на канале обзор на мою новую камеру. Вот сейчас будет обзор, анбокс, распаковка. Вот, она только что сейчас пришла, Меркурий ее доставил буквально вот до дома. Так, хочу, чтобы вы это увидели. Начинаем распаковку. Ух ты, он даже приложил шнур 1394 FireWire. Вот, спасибо. Так, два аккумулятора больших достаточно, бленда. Ну и, собственно, ой, тяжелая. Сама камера. Вот она. Это у нас Panasonic. Где тут модель? А я модель уже забыл. В общем, камера формата Mini DV. Даже не HDV, а именно Mini DV. Так. Оптика у нас целая. Экран тоже целый. Здесь у нас вроде как все тоже исправно. Давайте проверять. В общем, дорогие друзья, придется немного подождать, пока аккумуляторы подзарядятся. Пришли они уже в разряженном, глубоко разряженном состоянии. Вот. Поэтому не переключайтесь. Будет интересно. К сожалению, при первом запуске она не подала никаких признаков жизни. Аккумуляторы разряжены оба в ноль. Вот. Ну, надеюсь, они не мертвые, а просто глубоко разряженные. Поэтому надеюсь, что все будет хорошо. Итак, к сожалению, даже после полного заряда обеих аккумуляторов камера не подает никаких признаков жизни. Вот. Вот аккумулятор, он заряженный. Ну, один я зарядил полностью, второй уже не стал дожидаться. Ставим, нажимаем кнопку включения, точнее она уже нажата. И никакой реакции нет. Никакой. Абсолютно, совершенно. Нет изображения. Не шумит лентопротяжный механизм. Вот. Нет никакой реакции. Сейчас попробую второй аккумулятор.
вставили второй аккумулятор. И ничего не происходит. Абсолютно ничего. Никакой реакции. Ни шума, ни звуков каких-либо. Хотя должна появиться картинка, но ее нет. Кстати, только сейчас заметил, здесь, видимо, ее или шарахнули, или что-то еще сколото, вот этот пластик. Но это, в принципе, я думаю, не так уж критично, с учетом того, что здесь деталь сама не пострадала. Вот. Я думаю, что это не является причиной того, что она не включается. Сейчас покажу напряжение на аккумуляторах. Я специально для этого взял мультиметр. Берем аккумулятор. Вот так вот туда вставляем. Здесь очень узкие здесь пазы для контактов, поэтому приходится извращаться. Так, подключили булавки, включаем мультиметр. Все. Подведу так, чтобы поближе. Вот так. Здесь видно. Мерим напряжение. 8,2 вольта. При таком напряжении камера должна уже включиться. Но она не работает. Как вы все успели заметить. Жаль. Буду выяснять с продавцом, в чем причина. Хотя он заявлял, что камера исправная. Может быть, ее на почте шарахнули. Что вполне вероятно. Упакована она была, честно говоря, так себе. Вот. Ну, ладно, будем разбираться.